Уже много лет Россия является одним из лидеров в освоении космоса и развитии передовых технологий в этой отрасли. Особое место здесь занимают ученые новосибирской компании SoftLab NSK, разрабатывающие тренажеры для Центра подготовки космонавтов. Работы с Центром подготовки космонавтов начались в нашей компании с 1992 года. И первую задачу, которую перед нами поставили, это визуализация тренажера стыковки. Что такое тренажер стыковки? Это тренажер для отработки навыки ручной стыковки любого человека, космонавта, астронавта, который полетел в космос на станции «Союз» на Международную космическую станцию. Это стыковка к Международной космической станции. Наша часть визуализации – это все, что видит космонавт или обучаемый через любые изображения экрана, которые находятся в тренажере. И эти работы мы ведем с 1992 года. Почему все время приходится модернизировать его? Потому что станция МКС разрастается, появляются новые аппараты, мы должны специально моделировать помехи и так далее. То есть это такая ежегодная работа. Этот очень важный тренажер, через который все проходят. Качество нашей работы, оно подтверждено этой многолетней работой. То есть наши дизайнеры и наши программисты дают именно то, что хочет Центр подготовки космонавтов. Космонавты, когда тренируются и потом летят в космос, они видят, что картинка, в общем-то, практически неотличима. Это для нас, в общем-то, такой знак качества. И это долголетнее сотрудничество с Центром подготовки космонавтов, это для нас такое признание нашего профессионализма. Несколько лет назад мы предложили новый тренажер для отработки визуально-инструментальных навыков. Что это такое? Космонавт, когда находится на борту МКС, перед ним стоит задача съемки, видеосъемки или фотосъемки через иллюминатор. Это какие-то конкретные задачи, связанные ли с погодой, с какими-то катастрофами техногенными, либо просто какая-то съемка каких-то объектов. Почему это сложно? Потому что, камера очень тяжелая, и она находится в невесомости. То есть этот навык управления камерой, он не сразу дается. Второе – это то, что изображение, которое он должен снять, оно пролетает из-за движения самой станции и Земли за максимум 60 секунд. Да? Поэтому у космонавта не очень много времени для того, чтобы сделать эту съемку. В следующий раз это место, которое он должен снять, он увидит только через трое суток. И за трое суток может техногенная катастрофа или погодные условия просто рассосаться. Поэтому мы предложили тренировать этот навык на Земле. И этот тренажер, собственно, этим и занимается. Сейчас на тренажере проводится несколько тысяч тренировок в год. Тренажер состоит из нескольких частей. Это часть обшивки Международной космической станции с иллюминатором. За ним на видеостене подаются изображения. Перед иллюминатором обезвешенная камера. Значит, есть место инструктора. И, в общем, это такое комплексное место, которое позволяет такой навык тренировать. В общем, космонавты очень хвалят его. Для нас работа для космоса – это подтверждение нашего высокого профессионализма. То есть это лучшие дизайнеры, лучшие программисты. Все это, конечно, держится на наших разработчиках, на наших дизайнерах. Эти ежегодные работы с Центром подготовки космонавтов для нас – это просто знак качества нашей работы в целом.